я думаю, что, безусловно, знаете, это как качели такие, да, наши играют плохо, все говорят, такой хоккей нам не нужен, наши играют хорошо, все говорят, вот именно такой хоккей мы от вас всех и ждали. Конечно, очень обидно за то, что мы проиграли на Олимпиаде с таким треском и провалом. Сейчас, безусловно, наша сборная реабилитировалась, выиграв все турниры в основное время, да, и наши бомбардиры стали лучшими. Безусловно, это вызывает больше интерес нашей сборной среди обычных болельщиков. Поэтому, да, сборная, ну, для меня лично, я как бы как болельщик нашей сборной, и после проигрыша на Олимпиаде, они у меня не упали в глазах, ну, это спорт, я сам спортсмен, бывает так, что даже в хорошей форме ты можешь проиграть, потому что обстоятельства так складывались. Возможно, кто-то из наших там легионеров просто не восстановился, возможно, перелеты длительные, потому что разница во времени большая, может быть, себя кто-то плохо чувствовал, поэтому они выкладывались на все 100%, все равно не могли показать тот хоккей, который должны были показать. Но сейчас наша сборная уже как бы действительно показала, что они способны.